приглашаю в студию следующего гостя. Он мастерски играет негодяев и легендарных космических конструкторов. Сегодня мы увидим, насколько мастерски он сыграет на 3 миллиона рублей. Встречайте, обладатель театральной премии «Чайка» в номинации «Роковой мужчина» Сергей Астахов. Ты, конечно, понимаешь, что я знаю все твои 127 ролей в кино. Ну да. 128-я сейчас на подходе. Это какая? «Кто хочет стать миллионером»? Нет? Ну да, да. Это тоже хорошая роль. Нет, а серьезно ты сыграл 100 ролей? Нет, серьезно, за 8 лет жития-бытия в городе Москва я сыграл более 60. А до этого ты в Воронеже жил? В Воронеже, в Владивостоке, в Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре, в Калининграде. Да. А что это ты там? Отец военный. А, ну понятно. Классическая схема. Это да, это мне знакомо. Ну, я думаю, что на данный момент, наверное, самая такая выстраданная и самая нашумевшая роль – это роль Королева. Я правильно понимаю? На самом деле режиссер очень долго мучился и называл очень серьезные фамилии наших артистов, которых он пробовал, смотрел, которые к нему даже просились, и он как-то все сомневался. А ты вот. Не просился, но взяли? Когда я подходил к студии, я сказал, что снимаете? Они мне сказали про Королева. Я говорю, про конструктора, да. Я говорю, а меня-то на кого? На охранника там или кого вы можете? Говорю, да нет, на Королева. Я рассмеялся, и вот с этим смехом я открыл дверь и скажу, здравствуйте. И все, сказал, что это за парень такой. Мы поговорили, и все. Ну, а почему все-таки, как тебе кажется, выбрали тебя? Потому что ты похож на Королева или что? Ну, есть два варианта ответа на этот вопрос. Серьезный или не очень? Какой вы предпочтете? Как любой, угодно, да? Да. Ну, наверное, потому что я в тот момент больше всех подходил. Это был сейчас серьезный ответ? Или это было 50-50. Нет, ну не знаю. Я думаю, что увидели. Дочь Королева говорила о том, что какое-то сходство. Именно в молодые годы, что мы делали. И я как-то от страха набрался наглости и сказал, что я сыграю лучше всех. Он так удивился, и это качество ему понравилось, режиссер. Сейчас я предлагаю тебе роль игрока в программе «Кто хочет стать миллионером». 15 Спасибо. Вопросов может задать компьютер. Если ты ответишь правильно на все, то выиграешь 3 миллиона рублей. Есть одна несгораемая сумма – это 5 тысяч рублей при ответе на 5-й вопрос. Ну и также 3 подсказки. Помощь нашей уважаемой аудитории, помощь друга и подсказка компьютера. Пока Хорошо. Ты не дал окончательный ответ, ты можешь забрать выигранные деньги и покинуть эту студию счастливым и удовлетворенным. Хорошо. Итак, мы с Сергеем Астаховым начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?». Вот оно начинается. Первый вопрос и 500 рублей. Название чего исполняют на уроках сольфеджио? Городов, театров, ансамблей, нот. Так, название чего исполняют на уроках сольфеджио? Ну, сольфеджио, музыка. Ну, не будем мудрствовать. Ноты. Нот. Вариант Д. Абсолютно правильно. У меня есть 500 рублей. Ребят, похлопайте. Это, может, последний раз. Второй вопрос и 1000 рублей. Что есть в организме человека? Нервные клетки, злобные ребра, недовольные зубы, бунтующие гены. Так, ну, конечно, в организме человека есть намного больше всего. Вот у меня, допустим, сейчас, к сожалению, есть и недовольные зубы. Побаливает один. Но варианты – нервные клетки. Правильно. Кстати, вы знаете, Максим, какой зуб болит? Вот последний. Вот сейчас про него расскажу маленькую историю. Мудрости, меня... что ли? Ну, не, мудрости, я думаю, у меня уже давно выпал. Чтобы вот штамп есть такой актерский. Если ты хочешь изобразить себя умного человека на сцене, да, там, или о чем-то думающего, то нужно языком дотронуться до последнего вот этого зуба. Вроде как. Давайте дальше. Третий вопрос и 2000 рублей. Что водитель показывает инспектору ГИБДД после фразы «Ваши документы»? Ну, интересно. Паспорт жены, права, трудовую книжку, фокус. Фокус. Понимаете, права, мне однажды сотрудник сказал, права в суде.
у вас водительское удостоверение. Но я думаю, что показывают права. Правильно? Да, да. Правильно? Четвертый вопрос и 3000 рублей. Какими словами начинается басня Ивана Андреевича Крылова «Стрекоза и муравей»? Муравей построил, стрекоза влюбилась, труженик муравей, попрыгунья стрекоза. Ответ «Д» – попрыгунья стрекоза. А дальше как? Лето красное пропело, оглянуться не успело, как прибежал муравей. И они начали что-то вместе строить. Абсолютно правильно. Спасибо. Пятый вопрос и 5000 рублей. Какой день в Шотландии называют днем кукушки, а в Испании днем болвана? 1 января, 1 марта, 1 апреля, 1 сентября. В Шотландии называют днем кукушки. А в Испании днем болвана, а в России днем дурака. 1 апреля? Да, конечно, 1 апреля. Тяжелая программа. Ну, 5000 рублей, Сереж, ты уже выиграл. Я тебя поздравляю, это несгораемая сумма. Шестой вопрос и 10000 рублей. Какие из этих букв необходимо взять для превращения слова «могу» в глагол совершенного вида? С, Ч и мягкий знак, Ж, Е и Т, Л и А. ТБ, ТТ, Д. Какие из этих букв необходимо взять для превращения слова «могу» в глагол совершенного вида? Что-то алхимическое есть в этом так, вопросе. Глагол совершенного вида. То, что уже произошло. Ну да. Сказал. Смог, сделал. Не просто то, что произошло. Так, ну все равно смог. Совершенно же, значит, нет, законченное действие. Да. Я, конечно, немножко не понимаю, про что речь, но так интуитивно я думаю, что это вариант А, С. И как получится тогда? Смог, сделал, сбежал. Смогу, то есть. Спел, станцевал. Сплясал. И так, я понял. Да? Итак, С, да? Ну что ж, ответ принят. Ну, ты смог! Ух ты! Ну, если дальше так пойдет, я думаю, что на следующем вопросе у меня голова уже закипит окончательно. Да нет, все будет нормально. Все будет нормально, ну, надеюсь. Седьмой вопрос и 15000 рублей. В какой схватке участник считается проигравшим, если коснется помоста любой частью тела, кроме ступни? Любой-любой? Абсолютно. В дзюдо, в сумо, в самбо, в ушу. Ну, значит, дзюдо и самбо отметается однозначно, потому что они постоянно касаются любыми частями тела помоста. Они, наверное, с этого даже начинают. Даже с этого, наверное, начинают. Всем, да, касаются. Этим и заканчивают, собственно. Да. Вот, остается сумо или ушу. Ответ В, в сумо. Это Б. Это Б, но я по-английски, да. В сумо, потому что в ушу, насколько я помню, там по фильмам они тоже друг друга вот это вот чучу, там потом куда-то падают, что-то кто-то. То есть вот в сумо они стоят, и если там то не прыгают. Ну, я не знаю, ребят. Можно взять подсказку зала? Не, можно брать что угодно. В сумо. Ответ принят. Участник считается проигравшим, если коснется помоста любой части тела, кроме ступни. В сумо. Правильно. Я могу показать. Но позже. В смысле, борьбу сумо? Ну, как это происходит, да. Один будешь показывать? Если вы позволите, Максим, с вами. Ну, что же я один буду друг за друга? Сереж, скажи, пожалуйста, а почему всегда, ну, не всегда, но в большинстве случаев, кроме уважаемого авиаконструктора, играешь каких-то злодеев, мерзавцев, негодяев? Максим, очень все просто. Это моя душа. Нет, мой любимый режиссер, он сказал: ребята, работайте в амплуа. Ну, то есть мне вряд ли удастся когда-нибудь сыграть хорошего великого комбайнера на полях, там, жнущего
Что, у тебя лицо нежнущего человека? Ну, наверное, на комбайнера я подхожу меньше, нежели чем на очередного какого-то там человека с галстуком в костюме, которого что-то делает. Но я подумал. Так. Вот. И последний год я как-то решил немножко... Что так, роль комбайнера? Нет, изменить. И частенько приходится отказываться от подлецов. И все больше и больше я начинаю набирать таких хороших, нормальных, положительных ребят. Правильно, вот надо же зрителя совсем... удивлять. Вот они ждут. Ну, а сейчас он... А он... Восьмой вопрос и 25 тысяч рублей. Так. Какой литературный герой был влюблен в девушку Гутиэры? Чингачгук. Кто это? Ромео. Сирано. Ихтиандр. Сереж, вспомни, кто эти люди. Значит, это в основном мужчины. Про Чинганчука я в сомнениях до сих пор. Значит, Ромео, Ихтиандр. Ну, Ихтиандр, кроме никого не любил. Он только воду соленую. Да, только воду соленую. Иногда подышать свежим воздухом недолго. Чинганчук, я думаю, кроме лошадей тоже. Хотя, может, Гутер это была лошадь, я не знаю. Нет, написано девушка вообще-то. Да. Ромео, что, расскажи нам сначала. Он любил Джульетту. Ага. Но по выходным Гутиэры. Да. Вот. Ну, может, он действительно любил, просто Шекспир об этом не написал. Мы этого не знаем. Черт у него, что там было до этого. Вот. Но я в сомнениях. Потому что Ромео до Джульетты любил какую-то девушку. И очень долго, мы помним, на литературных кружках обсуждали, почему и зачем Шекспир написал, что Ромео до Джульетты любил какую-то девушку. Чтобы понять разницу между настоящей любовью и то, что ему казалось. А. Это очень интересно было. Ну, вначале, да, он там, Ромео Джульетта, в другую влюблен, да? А Сирано? А вот вы знаете, Сирано я, к сожалению, не помню. Роксана. Он любил Роксану, Сирано. Так кто ж тогда получается-то? Ну, вероятно, Чингачгук следует. Помощь зала. Уважаемые зрители в студии, какой литературный герой был влюблен в девушку Гутиэры? Чингачгук, Ромео, Сирано или Ихтиандр? Пожалуйста, голосуйте. Процентов Ихтиандр, 25% Ромео, 23% Сирано, 16% Чингачгук. Ромео, нет. Он любил Джульетту, мы выяснили. Это как бы не... А как звали ту, которую он любил до Джульетты, ты не помнишь все равно? К сожалению, нет. Но ты считаешь, что это не Гутиэры? Гутиэры нет, только лишь потому, что это такое не совсем... Ромео — это Италия, Верона. Гутиэры — это что-то ближе к Испании. Так. Вот. С Ромео разобрались. С Чингачгуком. А что, Чингачгук тоже не годится нам, да? Он в основном тропа войны и боевой. Ну, я боюсь, да, что даже те люди, которые составляли вот это, вряд ли знают, кого любил Чингачгук. Сирано, Роксану, остается Ихтиандр. Боже мой, какой кошмар. Бедный Ихтиандр. Давай прости, разберемся с Ихтиандром. Давайте. А ты не читал роман Беляева? А давайте так, Гутиэра. Что Гутиэра? Он любил Ихтиандр. Вариант Д. А что это вдруг? А вот так. Как звали артистка, играла ее? Как же персонаж звали? Артистку ты сначала вспомни, как звали. Вертинская. Кого же она играла? Ассоль. Нет, это не там было. Почему? Ассоль, она тоже играла. Она тоже играла Ассоль. Ну, я затрудняюсь. Вы знаете, к сожалению, ну вот... Актера, сапожника можно поймать на своих сапогах, актера можно поймать на таком простом, казалось бы, вопросе. Девушку Чингачгука ты не помнишь? Нет. Девушку Ромео звали Джульетта. У Сирано была Роксана, а у Ихтиандра Ассоль. Правильно? Нет, у нее была не Ассоль. Это я последовательно так начинал издалека, с самой молодой роли, чтобы потом прийти. Давайте, ну хотя что мне даст сейчас? Компьютер уберет Сирано и Ромео, останется опять Чингачгук и Ихтиандр, и надо выбирать. Да. Я вот так не понимаю, почему все знают, что будет делать наш компьютер? Как просто... 50. Ну, давайте попробуем. Не, давайте. Можно не пробовать. Зачем? Сейчас наведет вас на правильный ответ. Хорошо, давайте компьютер. 50-50. Ну, хорошо. Попросим компьютер убрать два неправильных ответа. Вариант Д. Ответ принят.
Чем могу тебя порадовать? Первую любовь Ромео звали Розалина. Фатуа звали девушку Чингачгука. Гутьерре, Ихтиандр, правильно? Нет, там действительно у девушки Чингачгука несложное имя. Уатауа. Уатауа, я вернулся. Я говорил, это что как-то связано с лошадью. Вот что-то уак-уа-уа, и вот, вот вроде он и скачет, вроде лошадь подгоняет, вроде к девушке любимой скачет. Ну, точно не Гутьерре. Уважаемые телезрители, мы продолжаем игру «Кто хочет стать миллионером?». И в кресле игрока, как вы видите, сидит популярный актер Сергей Астахов. Итак, 9-й вопрос и 50 тысяч рублей. Где в Париже находится кабаре «Мулен Руж»? На Марсовом поле, на бульваре Клиши, на Елисейских полях, на площади Согласия. В Париже ты бывал? Да, бывал я в Париже. А я был, я был, видел знаменитую эту мельницу. Был ночью. Так. Я помню точно, был что в бессознательном состоянии. Знаете, нет, я уже был, я вышел только из-за него. Вот, и как бы пребывал в здравии и в памяти, но не в светлой. Поэтому... Давайте сразу звонить другу, чтобы не мучить ни себя, ни телезрителей. Или так. Площадь Согласия, или на бульваре... Площадь Согласия, вариант Д. Ну, я напомню, что, да, отвечая так скоро, ты можешь очень скоро потерять 20 тысяч рублей, ответив неверно. Ну, конечно, можешь быстро и выиграть 50 тысяч рублей. Если ты хорошо. Точно не знаешь, можешь позвонить кому-то. Да, мы звоним другу. Кому? Сергея его зовут. Мой друг Сергей Королев. Кто? Сергей Королев. Тоже Королев? Ну, друг, так получилось, да. Итак, мы звоним Сергею. А кто по профессии друг? Авиаконструктор. Нет. Как-то он однажды сказал, что мои гроши процентуют, а я что-то там спокойно почиваю. Вот, да. Алло, Сергей? Да. А здравствуйте, это Максим Галкин, игра «Кто хочет стать миллионером». Здравствуйте, Максим. Вам большой привет вот от моей мамы. Спасибо, вашей маме тоже привет. Что, вы там с семьей, что ли? Да, мы сидим на обеде, тут обедаем. Ой, приятного вам аппетита. Поздновато обедаете. Подскажите ей, пожалуйста. Максим. Алло. Да, здравствуйте. Приветствую вас. И приятно мне слышать вас. А, ой, взаимно. Вы знаете, я так понимаю, мы не знакомы, да? Мы знакомы только через телевидение. Ой, вы знаете, мне очень приятно... Мне нравится ваша передача, только мне не нравится вот эта игра в миллион. Почему-то... Но, к счастью, именно в этой программе хотя вы смогли со мной поговорить. На миллион. Ну да. И вы играете обязательно. Хорошо. Смелее. Хорошо. Удачи вам. Спасибо. Всего самого доброго. Спасибо. Да. Алло, Сереж, вы? Да, теперь я. Как вашу матушку зовут, чтобы знать? Мою маму зовут Нина. Ну, а отчество? Тирановна. Значит, Нина Тирановна. Воспитала Сережу хорошо, и он сейчас нам поможет. Сергей, ваш тезка вам задаст вопрос. У вас будет всего полминуты на то, чтобы подсказать. Вы готовы? 30 секунд, засекаем. Обычно, Сереж, обычно засекаем мы. Ну хорошо, вы готовы? Так, полная тишина в студии, внимание. Пожалуйста, Сереже, начинайте. Где в Париже находится кабаре «Мулен Руж»? На Марсовом поле, на Елисейских полях, на бульваре Клиши или на площади Согласия? Он жив? Мулен Руж, кабаре Мулен Руж, находится... 7 секунд. Полях. Вы знаете, я расслышал, он там сказал что-то типа «в полях», да? «В полях, блин, на полях». Нет, я думаю, что Сережа, как добропорядочный сын, просто постеснялся выдавать маме, что он регулярно по выходным летает в Париж, Мулен Руж сидит там. Да. Вы не поверите, завтра туда полетим, я обязательно узнаю. Но сейчас
Ну, Сереж, давай представим, что находится на Марсовом поле вообще. Что это такое Марсовое поле? Исключаем. Это нет. Я точно знаю, что нет. Почему? Там приземляется марсиане, наверное. Не знаю. Значит, Марсовое поле отменяется, бульвар Клиши тоже убирается. Что такое? Значит, Площадь Согласия, Елисейские поля. В одноименном фильме «Мулен Руж». Это где Николь Кидман играет? Да, с Эваном Макгрегором. Ну, как-то там вот что-то... Елисейские поля. А может, такой китчевый фильм? Там такое все, такое... Декорации, все придумано, нарисовано. Ну, да. Давай восстановим те события. Ты стоишь ночью перед мельницей вот этой знаменитой. Да. С иллюминацией. Да, красной. И стоишь, и вот вспомни актерской своей памятью, что вокруг, что ты видишь, что вот... Домики. Домики. Интересно. По кругу. Площадь. Так. И дорожки расходятся разные. Какие дорожки? Ну, по которым ездят машинки. Дорожки, по которым машинки? Да. Это была такая площадь небольшая. Зелени нет. В ночи, не вспомню. Нет, зелень была. Зелень была. В кармане. Ну, в кармане тогда уже, по-моему, были эти розовые бумажки. Там сейчас зеленые тогда уже не актуальны были, там уже не ходили они. Мы уже были евро. Максим, к сожалению, действительно, я хочу констатировать тот факт, что я не знаю правильного ответа на этот, казалось бы, простой вопрос. И, видимо, я не буду рисковать этой... незначительной суммой, но, тем не менее, пусть будет лучше так, чем никак. То есть ты хочешь забрать 25 тысяч рублей? Да. Ну что ж, мы поздравляем тебя, ты выиграл 25 тысяч рублей. Yeah. Сереж, выбери, пожалуйста, сейчас вариант. Вот какой, как бы ты ответил? На Елисейских полях. Ну, правильный ответ на бульваре Клиши. Вот Площадь Согласия, там стоит, вот, может, ты помнишь, обелиск древнеегипетский, который ранее стоял перед храмом Рамзеса II в Древнем Египте. Вот вокруг него как раз машинки ездят. Да. На Елисейских полях там резиденция президента Франции, насколько я помню. Ну, я как-то так интуитивно подумал, почему бы там рядом и Мулен Ружа не было бы, собственно говоря. И Триумфальная арка. Но Мулен Руж находится в районе Монмартр, на бульваре Клиши. Там бульвар был, вот там, где ты стоял, это бульвар был, я тебе расскажу. И деревья были на бульваре. Я пытался как-то, ну... Для вас подарок. Новый Томас Твин Т2. Компактный моющий пылесос премиум-класса. Аквафильтр Томас делает воздух в вашем доме чистым и свежим. Томас моет дом и воздух в нем. Да. Скажи, пожалуйста, ну ты вовремя забрал 25 тысяч рублей, потому что действительно правильного ответа ты не знал. Куда ты направишь эти деньги? Я бы хотел направить эти деньги Муравлевой Даше. Она живет в городе Воронеже. Это девочка, вот, которой я хочу отдать этот свой выигрыш. Спасибо тебе большое. Мы также благодарим наших телезрителей за внимание и прощаемся до следующей программы «Кто хочет стать миллионером?». Спасибо большое. Спасибо.